Еще в 1938 году фирма Oris выпустила особенные пилотные часы, которые впоследствии стали традиционной моделью бренда. Оригинальные часы Big Crown Pointer Date отличаются большой заводной коронкой. Она очень удобна для летчиков, которым иногда приходится регулировать время и заводить часы в перчатках. Еще одна отличительная черта — оригинальная дополнительная функция с указателем даты, запатентованная в 1915 году А. Гемерли. Эти часы были доступным и надежным инструментом для пилотов. Они производились в течение 80 лет. Во время кварцевого кризиса в 1980-х годах часы Big Crown Pointer Date помогли компании Oris пережить бурю и сохранить свою актуальность. Вполне можно утверждать, что эти часы являются главной линией в портфолио бренда. Компания празднует свое поразительное достижение и выпускает специальную бронзовую модель с корпусом диаметром 40 мм и зеленым циферблатом. Предшествующей моделью были бронзовые часы Big Crown Pointer Date, корпус 36 мм, выпущенные в марте 2018 года. Дополнительная функция идентификации даты стала популярной характеристикой часов Oris. Вокруг основной шкалы, предназначенной для отслеживания времени, расположена дополнительная шкала для даты, на которую указывает центральная вращающаяся стрелка. В честь 80-й годовщины в этом году было выпущено много новых моделей, включая стальные часы ограниченного выпуска Movember Edition в поддержку организации Movember, которая помогает бороться с различными заболеваниями, и модель из нержавеющей стали, которая представляет собой более традиционную версию новых бронзовых часов. Компания Oris основана в 1904 году. Она всегда фокусировалась на выпуске доступных, практичных и стильных часов, которые служат определенным целям. Часы Big Crown Pointer Date Series определенно отвечают этим критериям. 40-миллиметровый бронзовый корпус украшен гарфированным рельефным безелем и крупной заводной головкой. Водостойкость составляет 50 метров. Со временем бронза окисляется, и корпус покрывается патиной, что придает своеобразную эстетику. Этот материал считается вторым по популярности после нержавеющей стали. Циферблат закрыт выпуклым сапфировым стеклом с антибликовым покрытием. Завинчивающаяся задняя крышка корпуса изготовлена из стали с целью предотвращения аллергических реакций. В ней располагается окно из минерального стекла, через которое можно увидеть часть внутреннего механизма. На фоне матового зеленого циферблата расположены крупные арабские цифры с белым люминесцентным покрытием суперлюминова. Внешняя шкала циферблата разделена на 31 день. На них указывает центральная стрелка. Затем следует минутная шкала с делениями по 5 минут и крупные арабские цифры. Золотые соборные часовая и минутная стрелки гармонично сочетаются с бронзовым циферблатом, как и секундная стрелка. На них также нанесено люминесцентное вещество суперлюминова. Указатель даты оснащен специальным красным наконечником. В верхней части циферблата нанесена надпись «Oris», а над позицией 6 часов — «Big Crown Automatic». На первый взгляд модель с четырьмя стрелками можно перепутать с часами GMT, в которых указывается время в разных часовых поясах. Однако они довольно удобны и практичны. Сердце часов Oris — это автоматический калибр 754, изготовленный на основе Селита SW200. Механизм оснащен 26 камнями, совершает 2880 полуколебаний в час 4 Гц, обеспечивает запас хода 38 часов. Функции включают часы, минуты, секунды и указатель даты. Механизм можно увидеть через окошко на задней крышке корпуса. На внешней стороне ротора нанесена красная гравировка Swiss Made Oris Height Mag. Несмотря на отсутствие дополнительного декорирования, механизм очень красиво смотрится. Часы выпускаются в сочетании с темно-коричневым кожаным ремешком шириной 20 мм с бронзовой пряжкой. Несмотря на то, что это специальный выпуск, об ограниченности количества экземпляров нет никаких указаний. Часы доступны по цене $2000. Их можно приобрести на сайте Oris или у розничных торговцев.